Добро пожаловать на мой канал. Сегодня будем готовить грибной суп. В кипящую воду добавляем 2 столовых ложки уксуса, мелко порезанные грибы и отварим где-то пару минут. Затем сливаем воду и обжариваем грибы на небольшом количестве сливочного масла. Обжарим грибы на большом огне. В кастрюле растапливаем сливочное масло, добавляем 1,5 столовых ложки муки, жарим до золотистого цвета, добавляем 0,5 литра воды и, постоянно помешивая, доводим до кипения. Как только наш суп закипит, добавляем стакан молока. Если у вас образовались комочки, то можно взбить с блендером. Затем добавляем в суп грибы, солим, перчим. Доводим до кипения, включаем огонь. Наш суп готов. Приятного аппетита!